Давайте мне эксклюзив про вашу замечательную дочь-красавицу Юлию. Чем она занимается? Я этого не нашел, шайка на машине. Да. Она с телевидения ушла. И, с телевидения давно ушла, по-моему. Ушла давно. И, хотя... Хотя помнят ее до сих пор. Да, 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 да. И это хорошо. Значит, она ушла в театральные работы. Ее стали приглашать. И у нее было несколько удачных очень спектаклей, антрепризно, с которыми она ездила много и по стране, и за границу, и получала, это было как бы средство существования. Было кино параллельно, постоянно существовало, а теперь она решила себя попробовать уже в режиссуре. И, это ее дебют? Да, дебют ее в режиссуре. Ну, у нее явно к этому есть способности, ну, гены, но она, конечно, она что-то очень долго мялась. Да и потом вот так как-то жизнь размывала, все время было возможностью где-то ездить, зарабатывать и, в общем, вполне достойно жить. И это ее, ей было интересно. А когда мама, у мамы был юбилей, у Веры Валентиновны, Вера тоже искала себе пьесу и нашла, и нам сказал... Адабашьян Саша, что он видел в Париже, играет одну роль Анук Эме. Он говорит, это очень здорово. Этот спектакль уже много лет там идет. Она с каким-то один, она и еще партнер у нее. Называется это там «Любовные письма» английского, американского автора. Мы нашли эту пьесу, мы ее... Она была уже переведена. И действительно, очень эффектная пьеса. Письма. Но у автора написано, что... Вот написано «Любовь. Письма». Правильно, так, так называется. Вот это театральная, ну, вот видите, работа. Значит, да. У нее, она вот, не, вот, не совсем еще... Но это 11-й год. Вот, вот здесь да. Вот написано. Правильно, да? Правильно, что? Да. Так. Это у Веры Валентиновны был юбилей. Соответственно, Вера с этой пьесой дала. Мы с Юлей советуемся по многим делам. Она девочка современная, молодая. Она нас поправляет в наших каких-то... Вот так вот, да, поправляет? Да, да, да. Охотно выслушиваем ее. Вот сейчас мы делали в квартире ремонт. Мы... Ну, впрочем, Вера и сама мастак по этому делу, но... То есть вот вы эти... дизайнеров не нанимаете? Вы нет, нет, были дизайнеры, но все равно надо же иметь и собственные. Ну, Вера сама очень хороший дизайнер, но тем не менее, вот это вот... Что уже сейчас, что носит, Вера уже у нее консультируется, а не наоборот, как это было раньше. Какие костюмы, какие, что сейчас модно и так далее. Особенно они как, какие режиссеры, какие авторы, что они вообще читают. Да, это очень, очень удобно иметь детей умных и в этой же области работающих. Это очень хорошо корректирует твою жизнь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.